Ну что, уважаемые любители футзала, вы готовы к очередной схватке в рамках чемпионата Гранд-лиги? Последний матч третьего тура, в котором встречаются команды Центурион и Реката. Иванов с мячом на Назарова. Назарова, кстати, тоже отличная техника, может и двоих, и троих накрутить. Хотя на большом поле он в этом отношении более опасен, чем в зале. Перехват мяча и бразильский легионер Центуриона! Бруно Гомес забивает гол, прекрасно обокрал соперника. Ну, неудачная, там очень неудачная передача пошла поперед поля. И Гомес убежал от защитников и не стал даже сближаться с Анатолием Уваровым. Просто пробил, посмотрите, обыграл Иванова и пробил. Снова Гомеш, да, не просто справиться с этим бразильцем. Все-таки, конечно, не знаю, чем там занимался Гомеш у себя на родине, прежде чем приехать в Эстонию. Но, может быть, у них действительно так. Родился бразильцем, уже автоматически умеешь играть в футбол. Ну, или футзал. В данном случае разницы нет. Удачно отбивает все атаки Реката, который упорно идет вперед, но... Ох. Но ты смотри, что творит Гомеш, а? Все высокие, мощные. Их пробивать не стал. Середняк! Удар! Хороший удар у Александра Середняка получился. Да! Все-таки увенчалась атака голом. Первый удар Середняка парировал голкипер Хан Сталгры. Ну а затем Владимир Горбатов, по-моему, в углу площадки подобрал мяч. Снова отдал Середняку. Середняк пробил. И Алекс Монос грудью занес этот мяч в ворота. Вот здесь видим Талгры. Горбатов. Середняк снова бьет. Мяч шел мимо ворот, но там Монос очень удачно подставил грудь. Вот видите, чем только не забиваются в футболе, да? А вот сейчас, ух ты, какой момент! И как же с Марко Хин левой ногой. Интересно, Марко левша, почему он бил левой? У правой вроде бы было бы удобнее. Продолжается атака Центуриона. Йонас Ласберг у нас был с мячом. Андрей Назаров теперь. Хороший пас и гол! Вот это момент! Андрей Назаров вместо удара выдал прекрасную передачу. Прямо перед вратарем выскакивает Роман Маршев. Падает. Падает Хан Сталгре и уже не дотягивается до мяча. Маршев спокойно перебрасывает его в пустые ворота. Слышен голос тренера Мауро Канеглиаса со скамейки, что в пресс. Снова Назаров обкрадывает соперника и снова имеет хороший момент, но не реализует его. Ласберг на Шумилина, на Ласберга, на Шумилина, на Гомеша проходит пас, ну! Эх, Бруно! Не... Ай-яй-яй-яй-яй, ну как же так, Толик Уваров, вот это, конечно, досадная ошибка голкипера. До этого в эпизоде Бруно Алвиш, ну так прекрасно все сделал. Вот в этом моменте, да, ну вот непонятно кому пас, ну сам бы уже пробивал, да. И тут подобрал мяч, не сильно пробил, и Уваров пускает такую плюху. Ну, с кем не бывает, конечно, но... А Гомеш-то как радовался, повернулся спиной к камере, показывает, значит, на свой 10-й номер. Смотрите, десятка, да, легендарная десятка бразильская. Как Ромарио, как Рональдо, как Гомеш. Будем говорить так сегодня в Гранд-лиге. Что ж, 2-2 счет, играть остается 7 минут. Интересный у нас поединок. Я бы не сказал, что запредельные скорости здесь. Все на сегодня, дорогие друзья. Спасибо всем, кто был с нами. Трансляцию для вас провел Андрей Титов. Смотрите футзал.